следующее. Поскольку это съемка, то принимаются какие-то единицы измерения. За величину измерения энергетики приняли пиксели. И вот видим 19778. До жезлов. До жезлов. После жезлов 20420. Значит, здесь опять мы смотрим. До жезлов 20626 площадь. После жезлов мы это видим 22576. То есть энергетика 2576, это, в общем-то, большая цифра. И мы видим, что активно происходит вот в районе позвоночника, где была блокировка. Блокировка ушла, и пошла энергетика проходить именно по позвоночнику. Скажите, для 40 минут это нормальный или хороший результат? Это очень хороший результат, очень хороший. И еще раз смотрим, значит, с правой стороны, как у нас идет. Здесь у нас 20626, а после жезлов 40 минут мы видим 22548. Вот опять-таки на 2548 опять увеличилось. И с этой же стороны опять видим, насколько вот именно по позвоночнику есть проблема, но она стала решаться. Кровоснабжение, вот все, энергетика, она пошла. Если до того вот здесь вот эта блокировка мешала вот этому всему, да, вот блокировка, вот, то после жезлов мы видим, что вот этой блокировки как такой нет, уже по позвоночнику пошел процесс работы. На физическом плане вот здесь мы явно видим, значит, проблема есть в печени, сердечко, правый и левый желудочек. Плохая циркуляция с левой стороны в районе ног, в особенности нижняя часть. Значит, после все настолько усилилось, все позиции усилились на очень много. Значит, после жезла все усиливается довольно, то есть начинает активно то, что у нас как бы было проблемно, начинает работать сильнее. Вот здесь опять мы видим блокировку, да, позвоночки, копчиковый отдел, блокировка, плохая циркуляция, но она как бы застывшая, эта циркуляция. А после вот жезлов это все активно. Мы видим, насколько вот это черное, это говорит там, где вот есть блоки, и организм пытается решить эту проблему. Надо работать с жезлами, короче говоря. Значит, стресс ушел. У нее стресс был где-то по, ну, 400, а сейчас два раза, то есть 154 стало состояние. То есть стрессовое состояние ушло. Пульс был меньше 110, не опускался. После жезлов пульс стал 90-85.